Участники клуба «Активное долголетие» попробовали себя в роли уличных художников. Баллоны с краской, перчатки, фартуки и, конечно же, прекрасное настроение помогли им исполнить давнюю мечту. Первый раз в жизни крашу баллончиком – это просто супер. Супер. Да. Очень, очень интересно, очень. Теперь поедем Буденцов, будем все красить. В рамках проекта представители серебряного возраста осваивают азы изобразительного искусства. Мир кистей и красок увлек их настолько, что творчество вышло за пределы формата А4. На этот раз полотном стала рампа скейт-парка в Старом городке. Здесь замечательная площадка, где занимаются иногда пожилые люди активностями различными, например, скандинавской ходьбой. Сюда приходят мамочки с детками, сюда приходят бабушки с детками. Вот. И выбрали эту площадку. Здесь была грустная однотонная стена, и мы решили ее раскрасить, немножко добавить яркости. Неприглядная поверхность модернизировалась в огромную картину. Для удобства нанесения краски детали изображения и баллоны пронумеровали. Перед тем, как приступить к творческому процессу, граффити-оформители провели небольшой мастер-класс. Но первое, самое, вот, в принципе, главное в использовании баллона – это понять, какой толщины у тебя должна быть линия. Потому что существуют различные насадки на колпачке, ну, вот, на сами баллончики, которые дают именно ширину линии. Вот, у нас самая стандартная, тонкая, которая удобнее всего рисовать всем, в принципе. Вот, и главное – хорошо потрясти сам баллон, иначе оно будет плеваться, не будет ровно писать, ничего не получится. Процесс привлек внимание прохожих. Дети с интересом наблюдали за тем, как рисуют взрослое поколение. Результат воодушевил на новые эксперименты. Приятно смотреть. И оживает город, как-то оживает. Все эти старые серые стены закрасить красивыми картинами. Очень хорошо, очень мне нравится. Да, я бы с удовольствием еще бы раз повторила. Где-нибудь дома бы еще покрасили красивые такие, чтобы город оживал. Елена Краева, Фарид Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».